Наша программа представлена компанией Ташир Групп. Скажи, пожалуйста, а одежду ты сам себе выбираешь? Ты любишь ходить по магазинам? Я покупаю всегда. Никогда не пользовался помощью, то есть услугами стилиста. Они пытались в начале карьеры что-то сделать, а так получается, выходит в итоге, что они думают по-другому, а я чувствую себя по-другому. Все-таки я сам себя лучше знаю, чем они, и что подходит. Редко 20% только стилистов или вот парикмахеры, или которые в десятку попадают. Талантливых их мало. Авраам, ты влюбчивый человек? Ну, естественно. Как артист. И положено восточному человеку. Нет? Думаю, артисты, они немножко сверхчувствительны, вот oversensitive, как говорят. Они все, я думаю, так. Практически 90% они влюбчивые такие люди. Я так думаю, потому что пение, мы занимаемся музыкой, музыка – это любовь. А какими качествами должна обладать девушка, чтобы тебе понравиться? Я всегда любил женщин и относился очень хорошо ко всем. Часто разочаровался, не ожидал какие-то вещи, но я всегда предпочитаю, то есть женщина должна быть женщиной, то есть смысл этого слова, очень большой смысл имеет, то есть женщина должна знать свое место, то есть она не должна быть мужчиной, иначе мужчинам она не интересна. Она должна быть характер... умной, красивой, больше молчать. Здесь нужно, что она должна быть умная. Почему? Потому что жизнь, это если, тем более вот серьезные отношения, речь, если идет о серьезных отношениях. Да, конечно. Значит, это не одноразовая вещь, которая, то есть как любовь занимается, то есть сексом они обнимались, целовались, ночь закончилась, утром по домам. Это понятно, так тоже хорошо. Один раз. Но если второй день, третий день, четвертый, пятый, уже ты не так сильно обращаешь внимание внешность, как она выглядит, а уже тебе интересно знать внутренний мир этого человека. А если внутри как Мерседес и двигатель Запорожец? Внешность, мне кажется, для тебя важна. Важно, важно, конечно, важно. Если внешность и внутри, поэтому я сколько долго искал для себя вот девушки, правильно? Очень часто я поменял, то есть как меняет рубашку, вот так и получилось, вот знакомство, познакомился, дальше, до того момента, когда тяжело было для меня найти, чтобы и внешность она нравится мне, и внутренне. Поэтому, честно, такой вопрос задаться очень легко, отвечать очень тяжело и сложно.